Всем привет, с вами я, Наталья Веселевич. Я продолжаю на своем канале рассказывать вам о перманентном макияже, о способах его удаления. И сегодня с потрясающей Евой я вам покажу, как проходит процесс самого естественного, мягкого и нежного, натурального перманентного макияжа. Я буду выполнять его в волосковой аппаратной технике. Это не микроблейдинг. О разнице микроблейдинга и аппаратного волоска я обязательно запишу вам отдельное видео, какая техника безопасна. Если это нужно, напишите в комментариях. А сейчас пока смотрите, как проходит процедура аппаратного волоскового метода на бровях. Поехали! Для Евы я выбрала пигмент от марки «Шестое чувство», оттенок 3, 3 и 1. Вот так, еле прикасаясь на большой мощности, игла входит в кожу и имплантирует пигмент. Мы закончили процедуру, Ева в шоке, в приятном. Да, в шоке просто. Давай покажем моим подписчикам. Вообще магия какая-то. Вообще волшебница, просто в шоке. У меня слов нет. Вообще просто настоящие брови. Обалдеть. Правда, волшебница. Спасибо большое. Вот так выглядят брови. Сразу же после мы добавили волосков. Сделали мягким начало. Вот это техника, при которой никогда не догадаешься, что там есть перманент. Здесь и здесь. Максимум по природной форме. Именно рисунок повторяет природный рост волосков. Я так старалась это повторить. Мы с Евой закончили перманентный макияж бровей. Работали в аппаратной волосковой технике. А эффект? Просто нереально, на 100, на миллион баллов. Ну, мы же сделаем, главное в этом деле, зажившие волоски. Так что через месяц ты к нам придешь и покажешь. Сегодня у нас в гостях Ева и ее зажившие брови в аппаратной волосковой технике. Посмотрите, видно ли то, что на лице есть татуаж, напишите в комментариях. Ева, как тебе живется с твоими бровями? Невероятно, я вообще забыла, что такое макияж по утрам. И самое главное, что даже никто не подозревает. Очень натурально выглядит. А сейчас мы покажем секрет. А там волоски добавлены с помощью перманента. И с этой стороны. Видите? И они создают такой прям очень натуральный эффект. У вас просто пушистые брови, без эффекта татуажа.